Приехали на монтаж беседки. Здесь мы уже полностью собрали каркас. Сейчас мы будем перекрывать поликарбонатом. Поликарбонат у нас идет, бронза будет 4 мм. И плюс делать стол, сиденье. Здесь у нас доска покрашенная сразу. Сейчас будем перекрывать поликарбонатом беседку. На монтаж беседки. Здесь мы уже обшили крышу поликарбонатом 4 мм бронза. Сейчас будем обшивать доской. Вот у нас доска покрашена палисандром. Здесь у нас столешница, где посидеть, и спинка. Также у нас каркас состоит из трубы 20 на 40 плюс 40 на 40 цинк. Плюс примерно порошковая покраска коричневого цвета 80-17. На стойку у нас идет из трубы 40 на 40. Такая вот мощная. Прогон у нас, связи между арками идут из трубы 20 на 20, крыша у нас идет из трубы 20 на 40. Также присутствует нижний прогон. Такая вот у нас беседка. Беседка на 2 метра. Можно ее удлинить, сделать заднюю стенку поликарбонатом, обшить от ветровой. Вот так вот, таким образом. Монтаж летней беседки. Здесь мы уже обшили стол доской, посидеть где можно и облокотиться таким вот способом. Также каркас, еще раз пройдемся, из трубы 40 на 40 нога у нас стойка идет, крыша 20 на 40, прогоны между арками у нас идет из трубы 20 на 20. Поликарбонат у нас идет 4 мм бронза. Такая вот. Труба у нас цинк, плюс покраска полимерно-порошковым способом. Также у нас снизу идет нижний прогон под ноги. Такой вот стол большой. Такая вот летняя беседка. Также сделали защиту сот для поликарбоната. Надели профиль торцевой и также наклеили перфоленту для защиты поликарбоната. Нет, все хорошо. Все вот просто идеально. Ну, нам подстрогать придется яблоньку. Ну, нифига, ничего с ней не сделается. Нам столько яблок не надо. Все идеально. Все мальчики хорошо сделали. Сейчас у нас тут можно такую дружную компанию встречать. Не то, что под нашим навесом. Это как его звать? Все хорошо. Давай, все не отвлекай, а то они, ребятки, закончили.